Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Як завжди, по середах ми присвячуємо наш ефір юридичним питанням. Сьогодні, зокрема, тема надання безоплатної правової допомоги. Ми її продовжуємо роз'яснювати в наших прямих ефірах. І сьогодні тема «Соціальні гарантії для учасників АТО». І наступна тема – «Захист трудових інтересів одиноких матерів». Якщо вас зацікавили ці теми, будь ласка, телефонуйте. Телефон прямого ефіру 76 92 42. Він буде з'являтися на наших екранах періодично, аби вам було зручно приєднатися до нашої розмови. Ну, а, власне, експерт в нашій студії сьогодні Вікторія Пазурчик, заступник начальника відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я вітаю вас, пані Вікторія, в нашій студії. Сподіваюся, що будуть телефонні дзвінки 76 92 42. Отже, почнемо з соціальних гарантій учасників АТО. Власне, що в себе включають ці соціальні гарантії, і щоб наші глядачі мали уявлення, сама система соціального захисту для учасників АТО. Вообще социальная защита, то есть она у нас регламентирована Конституцией Украины. Все граждане Украины имеют право на социальную защиту, то есть прописано в Конституции. Что касается непосредственно военнослужащих, ветеранов войны и участников АТО, то есть здесь ветераны войны и участники АТО, я буду говорить, то они имеют право на выплату материальной помощи до 5 мая каждого года непосредственно. И ветераны Другой световой, так? Да, ветераны Второй световой и также участники антитеррористической операции, они участники боевых действий, то есть у всех, у кого есть такой статус. Ну, соответственно, удостоверение, подтверждающее данный факт. Вот. И уже непосредственно человек, который хочет получить эту помощь, да, он и на это имеет право, он может обратиться по месту жительства своего, месту регистрации, обратиться в органы социальной службы, да, это управление социальных выплат, вот, в районах они у нас есть и в городе, и в районных центрах, да, по области, также с заявлением на получение таких выплат. Согласно закону, соответственно, про статус ветеранов войны и гарантии их социальной защиты. Вот. И уже от... Ну, единственное, что хотела бы уточнить, что сумма определяется, то есть вообще по практике каждая территориальная община, то есть каждая область, она определяет, как правило, это определяется бюджетом, потому что лиц много, которые обращаются. И это органы местного самоврядования, да, органы местного, властно смотрят, да, на наполнение бюджета и вызначают. И в связи с этим, да. Но у нас есть ряд законодательных актов, которые регламентируют сумму. То есть через постановление Кабинета министров, да, это у нас 141 от 2 марта 2016 года, там конкретно регламентированы несколько вопросов по выплатам в 2016 году непосредственно разовой денежной помощи, предусмотренной законами про статус ветеранов войны и гарантии их социальной защиты, и также закон про жертв нацистских преследований, ну, который осуществляет Министерство социальной политики. Каким образом, да, то есть... Приходит человек, пишет заявление, вот, подтверждает свой непосредственный факт, и ему там уже перечисляется данная сумма. Согласно вот этого постановления Кабинетов министров, непосредственно 141, там вот этот вот ряд подзаконных актов, то есть надлежащая сумма к выплатам 920 гривен. Вот. Но есть непосредственно у нас решение Конституционного суда Украины от 22 мая 2008 года, и также есть решение Европейского суда по правам человека, где регламентировано, что непосредственно не принимается такой аргумент парламента или правительства касательно бюджетных то есть непосредственно не является то, что нет денег в казне, да, или в бюджете. Это пояснение. Да, да. Это разъяснение, что все равно люди, лица имеют право на непосредственно денежные выплаты. И, соответственно, про вот закон, статья 12, часть 5 в действующей редакции на данный период о статусе ветеранов войны и гарантиях социальной защиты, там указано, что непосредственно участники боевых действий, там есть много градаций, но я непосредственно на этом остановлюсь, они имеют право на выплату, касательно, получается, 5 минимальных размеров пенсии, получается, ну, то есть размеров для нетрудоспособных. Вот. Если брать, например, на май месяц до
то есть до 5 мая этого 16 года, того года, то 1130 гривен были выплаты, то есть была пенсия. До этого времени было чуть меньше, там 1074. То есть умножаем мы это на 5, да, и получается, если 1130 на 5, это 5650 гривен, то есть имеет право лицо, ветеран войны, участник антитеррористической операции, боевых действий, имеет право на социальную и материальную помощь вот в таком размере. Вот. Что непосредственно здесь еще что стоит отметить, то, что мы пишем заявление, да, мы получаем эти деньги, но если мы хотим в дальнейшем потом, если мы считаем, что все-таки эта сумма, да, то есть они могут разъяснять, что вот нет такого, такой возможности и так далее. То есть нам необходимо письменное заявление, мы оформляем, непосредственно им пишем о том, что мы просим пересчитать нам эту сумму, уже даже когда она выплачена, и ждем ответа, что нам ответит на это письмо. Пані Вікторіє, можна уточнення, перерахувати заяву, ви кажете їм, кому саме це? В соц. Мы пишем управление социального захисту. Соціального да, да, только не, желательно не в районное, а непосредственно в департамент. Вот. Либо, областное главное, управление, да, або міське управление. Да, городское или областное. Для чего это делается? Для того, чтобы они действительно пересчитали. Потому что если появляется такая возможность, возможно, деньги есть, да, в бюджете заложены, вот, то в таком случае они пересчитают и выплатят окончательно, то есть оставшуюся сумму, разницу, вот то, что подлежит выплате. Если, то есть они отвечают, что у них нет такой возможности, да, то есть они аргументируют эту возможность. И потом уже в дальнейшем можно... В судебном порядке. У письмового, да. У письмового, так, в вигляді? Конечно, аргументують. Ну, власне, ви сказали, що обов'язково ця виплата матеріальна має відбутися до 5 травня, конечно, так? Звісно, да, до 5 мая. Саме в цей термін. Да. Якщо все ж таки або ну, людина не погоджується з розміром виплаченої щорічної допомоги матеріальної, ну, або вони можуть виникнути і інші спірні питання, куди звертатися, як діяти в цьому випадку? Ну, как я вот отметила ранее, что обязательно должно быть в письменном это все виде, потому что мы должны указать в письме, да, когда мы обращались за помощью, то есть в каком это было периоде, какая сумма нам была выплачена и почему она была выплачена в таком-то или ином размере. После того, как у нас есть подтверждение того, что они не готовы пересчитать или не пересчитали, или нет возможности, да, выплатить, то в таком случае с вот отказом непосредственно управления, да, мы можем обращаться в суд о взыскании в судебном порядке данных денежных средств. Сюда мы, здесь мы обращаемся, то есть у нас суды, это районные суды, да, или в районных центрах, или в городе районные, и непосредственно тоже мы либо в городское, либо в областное, соответственно, с иском обращаемся, то есть ответчиком будет либо городское, либо областное управление. Вот, и уже здесь эта категория дел, если это участники боевых действий и ветераны войны, то они избавляются от уплаты судебного сбора. То есть они не оплачивают судебный сбор, это исковое производство. Вот, обязательно мы должны в исковом заявлении указать все эти факты. То есть дату, когда мы получили, да, то есть и основания, то есть и отказ. То есть все эти факты должны быть документально подтверждены для суда. Далі, якщо говорити про такі соціальні гарантії, давайте розглянемо конкретну ситуацію. Наприклад, співробітник певного підприємства перебуває в зоні проведення антитерористичної операції. І на цей момент, коли він там знаходиться, на підприємстві утворюються заборгованості з виплати заробітної плати. Знов таки, давайте порадимо, що в цьому випадку робити і діяти як. Ну да, здесь ситуация, вот если в любом случае, то есть когда человек по мобилизации, лицо призвано, да, на военную службу, оно на работу предоставляет определенный документ или военкомата, да, и, соответственно, уже работодатель, то есть на предприятии оформляется приказ про увольнение, но оно, если на украинском языке говорить, не звільнення буде, а увільнення, так скажем, то есть непосредственно период времени, пока он находится в АТО, да, или призван на, то есть на службу, то на срок не более 1 года средняя заработная плата и непосредственно место рабочее сохраняется за работником. Вот. Пишется заявление о том, чтобы прошу выплатить мне средний заработок. То есть и средний заработок выплачивается согласно изначально, то есть согласно Трудового кодекса, 2 раза в месяц, это у нас аванс, да, и зарплата с разницей в 2 недели, то есть это как обычно, даже если он
находится в АТО. То есть средняя зарплата ему бухгалтером начисляется угу. і виплачується. Незалежно від форм власності підприємства. Да, можливо, на приватному підприємстві інша система виплати. Независимо от права собственности предприятия, здесь единственное, тут есть два момента, потому что некоторые предприятия, они выплачивают, а потом им уже компенсирует государство из бюджета эту сумму, вот, через социальную защиту, или непосредственно сначала предоставляются в соцзащиту, как сметы, да, кошторыс, и уже в этом порядке, когда начисляются соцзащитой деньги, они потом выплачиваются, вот это в основном в частных предприятиях такая практика, они же потом выплачивают. Если не выплачивают, да, то есть с заявлением обязательно обращаемся к работодателю с просьбой выплатить деньги в связи с тем-то, тем-то и тем-то. То есть указываем все эти основания, да, то, что у нас. И уже смотрим на то, опять же, все в письменном виде, почему, то есть будет отказ, да, почему нет возможности выплатить эти денежные средства. Угу. Потому что законодатель регламентирует, по закону положена средняя заработная плата. И уже можно обращаться в суд о взыскании денежных средств. Если... Скажите, пожалуйста, уточнение такое. Важливо, что заборгованность за заработную платню утворяется саме с вины работодавца. Это важливо? Ну, это, конечно, безусловно, важно. То есть, во-первых, мы, если там трудовое соглашение, да, то есть по договору работаем, в любом случае, согласно законодательству, если человек работает, вот, то есть он обязан получать за это денежные средства. Если он официально тоже работает, а он работает, он остается числиться и продолжает. Угу. То есть, просто, страховые да, внески выдраховываются. Да, да, все угу. происходит то же самое, поэтому здесь тут просто и тоже вопрос. Если это частное предприятие, то вот в судебном порядке непосредственно доказывается, что это вина предприятия, угу. или вина государства, которое там нет денег в бюджете и, соответственно, нет выплат. То есть это уже в судебном порядке устанавливается, доказывается вина. Но тут кто, получается, кто обращается в суд? Если обращается у нас работник, да, о взыскании денежных средств, то у нас в гражданском процессе у нас презумпция виновности, то есть в разрез с уголовным идет. То есть, соответственно, ответчик, то есть работодатель, он должен доказать, что он не виноват. Здесь идет, да, здесь идет такой нюанс, что тоже идет момент доказывания. И еще один нюанс, если у нас уже вам выдали на руки расчетки, да, но не начислили, то есть начислены деньги, но не выплачены, то в таком случае мы можем немножко в облегченном варианте обращаемся не в исковом производстве, а в приказном производстве непосредственно пишется заявление о том, что существуют вот уже начисленные денежные средства, но они мне не выплачены. И, соответственно, мы просим суд, то есть постановить приказ. И уже с этим приказом обращаемся в исполнительную службу с исполнительным листом, і не получаємо так виплати свої. Які органи здійснюють контроль за додержанням законодавства по оплаті праці на підприємствах? У нас идут трудовые спілки, да, союзы, да, вот, также профессиональные союзы, вот, также органы у нас, департамент труда и социальной защиты населения, да, то есть мы можем туда обращаться с жалобой на предприятие или непосредственно на человека, но лучше, конечно, общаться, все, разрешать вопросы путем общения и желательно в письменном виде просто. Правоохоронные органы до этого да, правоохоронные также, да, также можно при к административной или уголовной ответственности притянуть непосредственно лицо за неисполнение, несоблюдение своих трудовых обязательств. Угу. Ну, власне, перше питання ми розглянули, вже телефон студії 76-92-42. Зараз давайте перейдемо до іншого питання – захист трудових інтересів одиноких матерів. Ну, по-перше, давайте визначимо у сфері законодавства, хто ж такі це одинокі матері, хто належить до цієї категорії? Якщо говорити непосредственно мать, одинока мать, да, это та, у которой у ребенка в свидетельстве о рождении не записан отец. То есть, если вы разошлись, это не является, ну, развелись официально, да, то есть расторгнули брак, это не является одинокой матерью. То есть, это может быть малообеспеченная семья, да, если доход там определенный не превышает, но это или если какой-то из родителей там умер или погиб, да, то есть это в этом случае тоже не является, вот, а непосредственно вот одинокая мать и мать, которая имеет ребенка-инвалида, и вообще, также бы хотелось отметить, здесь не имеется в виду только мать, здесь один из родителей,
То есть, и батько может быть, да, это так? может быть также отец, либо это может быть опекун ребенка, да, то есть если нет родителей, ни мамы, ни отца, вот. И то есть закон, законодательство непосредственно и трудовой кодекс охраняет данную категорию лиц непосредственно по вот их трудовым вопросам. Если у нас статья 184 кодекса закона о труде гарантирует недопущение увольнения непосредственно данной категории лиц, это беременные женщины, женщины, которые у которых есть дети возрастом до 3 лет, женщины, у которых есть дети возрастом до 6 лет, в том случае, если ребенок требует домашнего содержания, и также одинокие матери, у которых есть ребенок до 14 лет, или ребенок инвалид. То есть здесь тоже нужно понимать, что до 14 лет. Если ребенку уже там 15, если ребенок также учится, допустим, на бюджете на первом курсе там и продолжает обучение, то есть здесь эти факторы не учитываются. И здесь важно отметить, что это касается, это норма, то есть их не могут уволить, вот, только за исключением, если предприятие ликвидируется. В таком случае уже будет, в любом случае вынуждены будут уволить. А еще данная категория лиц, перед тем, как их уволить, им обязаны предложить должности для них, то есть ну, посильные, да, соответствующие их образованию и так далее. И если отказывается данная категория лиц, то есть говорит, что по состоянию здоровья она не хочет, и то если это задокументировано, да, то есть письменно написано, что я ознакомлена, то есть мне были предложены должности, я отказалась, то есть такое еще потом в дальнейшем будет действительно не правонарушением для работодателя, и, соответственно, потому что предложил. А если в устной форме это было предложено, и отказ был тоже в устной форме, то в таком случае... Ну, то есть, да, нет юридичного... Да, нет юридического факта, то есть нет фиксации данного непосредственно вопроса. А наскільки, ну, складно, що необхідно було отримати статус матерів-одиначок? Або одиноких матерів. Ну, в любом случае, при... И кто это документует? Органы социального защиты? Да, органы социальной защиты в любом случае, но для того, чтобы установить факт, там приносится определенный пакет документов. Уже собирается, да, и приносится уже в течение определенного времени, тоже, опять же, пишется заявление в установленном порядке и уже устанавливается. Пані Вікторіє, ну, еще мы так вносим на таке публичне обговорення це питання, напевно, це пов'язано з тим, що до вас, до центру, звертаються люди з роз'ясненням або з певною допомогою. Можемо навести приклади певних порушень щодо цієї категорії? Ну, вот, жінок або чоловіків. Да, на моїй пам'яті вот, обращалась недавно к нам одна особа, клієнтка. Вот, она, у нее ребенок 21 год, но она действительно является одинокой матерью. Вот, но здесь на нее не распространяется непосредственно данные, потому что там доля 14 лет. То есть ей было разъяснено. Но есть другие определенные нормы закона, где указано, что если есть один кормилец в семье, а, соответственно, она с ребенком семья, они проживают вдвоем, и уже есть другая статья, которая можно применима к данному виду правоотношений. То есть они могут наряду с этим, да, там просто в статье в Трудовом кодексе, там есть такая информация, что они могут уволить либо высокой должности работника, да, либо это единственный работник, либо это, если... является, то есть семья, если это единственный кормилец, да, и то есть там уже учитываются нюансы, то есть ей было разъяснено то, что можно просто пойти не через данную норму закона, а через немножко другую, то есть попробовать, то есть написать заявление и попросить о рассмотрении вот в этом аспекте ее проблемы. Щодо додаткової відпустки таким матерям, ми можемо роз'яснення дати зараз? Можно, в любом случае, то есть нужно общаться с работодателем, потому что, во-первых, календарь отпусков, да, у нас на предприятии, любом предприятии осуществляется, и согласно законодательству, то есть уведомление за 2 недели, то есть это все, вот, а непосредственно положено, отпуск положен согласно законодательству, будет ли он оплаченный в полном объеме или не оплаченный, это уже непосредственно с работодателем эти все вопросы решаются. Вот. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что таких матерей звільняють. Нати не можна у будь-якому випадку. Ну, якщо роботодавець наполягає на тому, що жінка або чоловік, які мають цей статус, все ж таки порушують законодавство, ну, там певне прогулини по роботі. Це може бути обґрунтуванням звільнення? Це може бути, смотрите, то есть в такому случае это может быть дисциплінарне не взыскание, или как вот говорят, догана, да? То есть это фиксируются эти факты. И это может быть служить для поводом для поднятия такого вопроса.
Но если даже и человек будет уволен в судебном порядке, то есть все это оспаривается, если действительно, да. Но если это было в ущерб работодателю, то, соответственно, там, ну, разные бывают ситуации, то есть каждая ситуация требует определенного анализа и рассматривается в своем аспекте. Ну, власне, что вы робите під час звернення? Да, конечно, так, безусловно. В индивидуальном порядке порушуете все. Давайте нагадаємо нашим глядачам, хто може звернутися до центру для отримання правової, безоплатної правової допомоги. В центр у нас могут обратиться любое лицо, любой человек, который находится под юрисдикцией Украины, то есть который проживает или находится на территории Украины. Вот. Это могут быть граждане Украины, лица без гражданства, иностранцы, беженцы, то есть любое. По обращению бесплатной правовой помощи. У нас бесплатная правовая помощь, она это подразделяется на первичную правовую помощь, консультации, правовые разъяснения, составление заявлений непроцессуального характера, то есть те, которые не в суд мы подаем. Вот. А также за вторичной правовой помощью, это у нас представительство интересов в суде перед другими лицами, защита от уголовных правообвинений, также представительство интересов перед органами местного самоуправления, государственной власти, перед другими лицами, составление документов процессуального характера. И вот уже непосредственно первичная правовая помощь, консультации, обращаются все, то есть обращается любое лицо, оно получает консультацию. Ко вторичной правовой помощи у нас статья 14 закона о бесплатной вторичной правовой помощи, она предусматривает перечень категорий лиц, для которых вот, непосредственно представительство интересов и так далее является бесплатным, и им назначаются либо работники центра, юристы квалифицированные, либо это адвокаты, которые представляют интересы и разрешают проблемы граждан. Вот. Конкретно какие это категории, вот сейчас с января месяца у нас внесены изменения, расширился перечень категорий лиц, то есть все больше и больше людей получают які доступ. Получили доступ, раньше рассматривались в аспекте малообеспеченная семья, то есть человек должен был прийти, принести справку, с кем он проживает, состав семьи, предоставить все документы, подтверждающие доход этих лиц, и совокупный доход семьи был. Сейчас у нас обратиться человек может любой, теперь не имеет значения, с кем он зарегистрирован, он приносит справку о доходах, своих доходах. И раньше это было, то есть лицо могло обратиться в центр и получить непосредственно юриста, если у него его доход не превышает минимальную заработную плату, да, была у нас 1000, минимальный прожиточный минимум для трудоспособных это 1600, вот у нас для нетрудоспособных там немножко меньше сумма. То есть изначально раньше было так, сейчас может обратиться любое лицо, если его доход не превышает 3200 гривен, то есть два минимальных прожиточных минимума. Если это для трудоспособных, для лиц, которые утратили трудоспособность, то есть это пенсионеры, инвалиды, у них идет там немножко меньше, получается не 1600 гривен, а 1247, вот эта сумма идет. Также имеют право, появился, то есть статья в законе, внутренне перемещенные лица, да, если ранее они не относились к беженцам, и мы принимали их только на первичную консультацию, могли помогать им в качестве, то есть вторичной помощи помогали, потому что разные бывают жизненные ситуации, только сейчас непосредственно есть положение в законе, которое предусматривает для них осуществление предоставления вторичной правовой помощи, и также те категории лиц, которые еще не имеют этого статуса, но мы поможем его получить. То есть еще появилось такое. Также вот участники боевых действий, участники антитеррористических операций к этой категории относятся тоже, и лица, которые не имеют этого статуса, и они хотят его получить. Мы помогаем ну, в осуществлении. У нас залишається небагато часу. Давайте нагадаємо адреси. Ви, власне, перерахували широке коло людей, які мають право на безоплатну правову допомогу. Куди звертатися? В городе Николаеве обращаться в первый Николаевский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Мы находимся по улице Образцова, 4А/2. Контактные телефоны 47-20-90, 47-20-91. Это в городе. И если в районах, то у нас в районах в городе Очакове по улице Торговая, 44. Можно обратиться за бесплатной вторичной правовой помощью в Березанке. Это Березанский район по улице Центральная, 41. В Вольшанском улица Очаковская, 142, находится в Николаеве, в
Варварске данный центр, и в Новой Одессе по улице Ленина, 179. Я вам дякую. Дякую за участь у нашій програмі. Сподіваюсь на подальше співробітництво у цьому питанні. Я нагадаю нашим глядачам, ми сьогодні говорили з приводу питань надання безоплатної правової допомоги. Я дякую вам за увагу. На все добре.